Как вам, наверное, известно, мировой океан скрывает в своих глубинах очень много тайн, каких только форм и расцветок не увидишь. Поэтому, изучая животный мир морей и океанов, можно наткнуться на очень неожиданных обитателей. Одной из удивительных и красивых рыб на нашей планете по праву можно назвать Скорпену амбона. Эта рыбка небольшая, она достигает лишь 12 см длины. Хотя она и не относится к редким видам, но привлекает внимание своей необычайной красотой. Скорпена амбона любит одиночество. Ее можно узнать по трем отличительным особенностям. Во-первых, это наросты над глазами. Их называют бровями. Они придают рыбе очень оригинальный вид. Во-вторых, все тело рыбы покрыто ядовитыми шипами. Шипы есть на спине, голове и вокруг глаз. При появлении опасности шипы увеличиваются. Яд, который находится в шипах, невероятно сильный и для человека очень опасен. Одно лишь прикосновение к шипам может убить человека за несколько секунд. И если вдруг при виде такой красивой рыбки незадачливый ныряльщик попытается коснуться ее рукой или же случайно наступит ногой во время купания, то, увы, остается только пожалеть этого бедолагу, ведь жить ему останется совсем чуть-чуть. В течение короткого времени яд из иголок этой рыбы парализует жизненно важные функции организма, и человек погибает. Обитает эта ядовитая красавица в Индийском и Тихом океанах. Встречается у берегов Австралии и островов Фиджи. Третья особенность скорпены амбона – это умение маскироваться под окружающую среду. Она мастер камуфляжа. Ее можно назвать хамелеоном подводного мира. Такое умение помогает ей сливаться с океанским пейзажем и скрытно охотиться из засады. А охотится она на заходе солнца и ночью. Так как на боковой линии находятся чувствительные рецепторы, то скорпена прекрасно чувствует приближение добычи. Когда появляется жертва, скорпена амбона делает резкий рывок и притягивает жертву к себе. Если же ей не понравится то, что попало в рот, то она тут же ее выплевывает. Вот такая невероятная рыба обитает в глубинах мирового океана. Если вы когда-нибудь будете отдыхать в тех местах, где встречается эта красавица, то будьте очень и очень осторожны. Приятного вам отдыха!